Здравствуйте, уважаемые подписчики нашего канала! В данном видео мы покажем вам несколько способов восстановления контактов, удаленных с вашего устройства. Способ первый. Восстановление контактов с помощью Aldata for Android. Открываем на компьютере программу Aldata for Android, выбираем раздел «Восстановить данные Android» и подключаем наш телефон с помощью кабеля USB. В новом окне указываем, какие типы файлов мы хотим восстановить, после чего нажимаем кнопку «Начать». Далее отмечаем нужные нам контакты и выбираем опцию «Восстановить». Указываем место для сохранения восстановленных данных на компьютере. Контакты будут сохранены в таблицу Excel, где мы можем проверить номера телефонов и при необходимости занести их в телефонную книгу. Способ второй. Восстановление контактов через Google Контакты. Если до удаления контактов вы создавали их копию в виде файла VCF и сохранили ее, к примеру, на Google диске, то после удаления телефонных номеров на устройстве вы можете перейти на страницу Google Контакты и импортировать данный файл. Теперь в обычном приложении «Контакты» вам будут доступны все номера из данной копии, включая удаленные. Способ третий. Восстановление контактов через WhatsApp. Если у вас имеется переписка WhatsApp с человеком, номер которого вы удалили и хотите восстановить, то вы сможете найти данный номер в самом мессенджере. Открываем WhatsApp, находим нужный чат, ориентируясь по аватарке или содержанию переписки, а затем добавляем номер собеседника в контакты. Теперь вы всегда сможете получить доступ к номеру в приложении «Контакты». Данный способ актуален и для обычных сообщений. Ну а на этом наш обзор завершен. Всего доброго!